мы сегодня ждем Дамира и Эрниса, ребята из Кыргызстана. Сейчас выходят, получают карточки. И спросим у них, как долго они ждали, сам процесс. Вот, кстати, ребята, контакты, если нужно. Телефоны полезные. Всем привет, друзья. Несмотря на то, что на улице холодно, зима в самом разгаре, мы находимся сегодня возле визового отдела посольства Польши здесь, в Москве, с ребятами, которые приехали из Кыргызстана для того, чтобы получить свои рабочие визы. Ребят, представьтесь, пожалуйста. Всем привет, зовут Денис меня. Здравствуйте, меня зовут Дамир. Сегодня вы получили заветные карточки, можете их показать? Такие вот карточки, это карта опыта, с которой можно работать в Польше как минимум 2 года. Какие у вас вообще планы на эту страну, что планируете делать, куда поедете? Едем через 2 дня в Польшу и будем работать там на практике. Понял, я, ребят, обещаю, что приеду сразу же после отъезда ребят также в Польшу. Кстати, я буду через 3 дня в Гданьске. Это крупные предприятия. Буду делать там репортажи, интервью с новыми экспертами. Ребят, скажите, кто вам помогал вообще? Кто за эксперты вам помогали? Помогали нам компания «Мигрант Консалтинг» и «Польские партнеры». Ребята помогали компании «Мигрант Консалтинг» и «Польские партнеры». Все удачно, все получено. Увидимся в Польше. Всем всего доброго. Всем пока. Пока.